О, здравствуйте! Я помощник по делам в лабораторном институте Thunder Science Company. И я отвечу на ваши вопросы. Как давно тебя создали? Вроде бы как 3 апреля в 11:43. Но код, к сожалению, не знаю. Какие функции в тебе имеются? Кроме как тех, что отвечают за уборку, у меня нету. Или же... Какая компания создала тебя, и была ли ты первым роботом? Создала меня компания Thunder Science Company. Насчет первым, не первым... Нет, у меня есть младшие братья, так скажем. Вот, они слева от меня. Помнишь Бура? Знаешь, как он выглядит? Вроде бы это тот волк с человеком. Его имя я узнал недавно. Но, как видишь, помню и знаю, как он выглядит. От кого была создана? От человека с белым халатом и очками. Как долго ты работаешь в лаборатории? Если я не знаю дату года, когда я была создана, то ответить на такой вопрос я логично не смогу. Знаешь, кто такой доктор Кей? Несомненно. Как дела у тебя? О, да неплохо. Как же я рада, что мной интересуется. Я аж горю от счастья. Какое твое хобби? Да как-то по факту и нету хобби. Уборка по всему институту для меня само по себе хобби. И как я погляжу, вопросы закончились. Спасибо, что спрашивали. Я очень предана вам всем. Желаю вам удачи и лучшего настроения. Кто знает, может, еще и увидимся.